Что такое? Что случилось? Ноги ей держи, ноги! Ашизава, что, собственно, произошло? Я думал, ты давно уже в Мексике. Что, тебе разве больше не интересуют те камни, которые нашли в джунглях Юкатана? Нет. Сейчас меня гораздо больше интересует другое. Окаменевшее яйцо? Это все чепуха. Несерьезно. Незадолго до смерти мой отец нашел такое же. И тоже у подножья Фудзи. Тебя захватила эта рекламная шумиха. Как можно верить всему тому, что у нас болтают по телевизору? Подумаешь, безумная девчонка нашла какое-то яйцо. Я должен это сам увидеть. Мне жаль, ты хороший геолог. Но если ты уедешь, твою тему придется передать другому. Значит, я уволен? Хорошо. Но представьте, что оно окажется яйцом настоящего динозавра. Что тогда? Что? Настоящего? Да. Хотите, мы вам в этом деле поможем. Только не бесплатно, конечно. Ну, дайте заработать студентам. У нас для вашего праздника есть идея. Закачаетесь. А, идей у нас своих хватает. О, давай сначала послушайте. Ты что? Эй, осторожней. Покажите мне, где здесь пещера на Фудзи, в которую провалилась эта девчонка. Ты такой смелый. Ну да, не удивляюсь, это моя профессия. Это вот здесь, внизу. Только будь осторожнее, там странные вещи творятся. Сколько лошадей и коров там пропало, и всюду вылезают длинные черви. Что? Что? Черви? Какие черви? Змеи. Ну ладно, ладно, все, слезайте. Кто хочет поехать со мной? Я ищу каменное яйцо.
Ты что, смеешься? Нет уж. Нам деньги нужны, конечно, но чтобы заманить меня туда, их на целом свете столько не найти. Вот он, герой нашего времени. Ясашка-та, шурьё на хоши кирай-та-та. Чекю-на-та, ясашка-та, шурьё на хоши кирай-та-та. Кодоку-да-кара, аиш-а-та, айо-комете, короши-а-та. А, нет! Ну, очнулся? Как ты только себе шею не сломал. Нельзя в этих местах нам уходить. А что это за дом? Где я? Не вспомнил? Эту хижину я строил для твоего отца. Ну, а теперь я ею пока пользуюсь. Кто ты? Муку. Шохе. Все ясно. Вспомнил. Ашизао-сан, а зачем ты приехал сюда? Пойдешь по тропам отца? Нет. Тогда скажи, зачем? Я хочу найти каменное яйцо. Каменное яйцо? А, то, которое эта девушка видела. Она, по-моему, просто провалилась в одну из ледяных пещер и помнить не может. С городскими это бывает часто. А вот это яйцо нашел твой отец. Оно настоящее. Помнишь? Да. Вот если бы найти их много, на всю жизнь себя можно обеспечить. Капитал тебе нужен. Ха. Вон что. Да. Ну, хочешь верь, хочешь не верь, но никто не знает Фудзи лучше, чем я. Я с твоим отцом всегда спорил. Я ему говорил, что это каменное яйцо змеиное, а он утверждал, что динозавра. Упрямый был человек. А я похож на него. Тоже, видно, упрямый. А ты меня туда проведешь? Если ты хочешь деньги на этом зарабатывать, то прощай.
Олька, что это с ними? Где? Может быть, вода слишком тепла для них? Ой, как их жалко. Салют! А где сделан этот снимок? В расщелине? На побережье Австралии. А ты все еще мечтаешь заработать много денег? Зачем ты сюда приехал? Здесь, около озера Саи, вряд ли тебе повезет. Мы с тобой виделись в прошлом году на озере Леман. Действительно странно. Как могла эта штука, на которой они катались, перевернуться на такой спокойной воде? Чудовище? Человечество так верит в сказки. Профессор, это все, что вы скажете мне? Существование чего-либо подобного нуждается в конкретных доказательствах. Скажите, вы можете предсказывать землетрясение? Ашизава-сан, как вы расцениваете все эти землетрясения у нас за последние годы? Как месть природы неразумному человечеству. Разве не так? Вы полагаете, что нам грозит новое землетрясение, и мы должны предупредить об этом? Даже если иметь кучу денег, едва ли мы тогда уцелеем? Ничего, я бы нашел, где укрыться. Как тот динозавр, которого искал ваш отец.
А потом, после нескольких тысяч лет спячки, вы бы ожили вдруг? Если б смог. Гипотезу вашего отца о живущем динозавре ученые не приняли из опасения, что она повергнет все человечество в панику. Правда, Франклин, который открыл электричество, нашел однажды жабу, спавшую несколько миллионов лет, и оживил ее. Ну вот. Да, так что шанс найти динозавра у вас есть. Но я вам советую одного не забывать. Последствия этого будут равны 5 землетрясениям. Заработать большие деньги я могу, только пренебрегая опасностью. Ашизава-сан. Я серьезно. Замечательно. Был такой цветок, красный китайский фонарь. Детям пели эту колыбельную, чтобы они не плакали. А то придет дракон с глазами, как цветы китайского красного фонаря, и съест их. Ведь здесь у нас в старину очень боялись драконов. Песня необычная. С вами? Что такое? Выпей. Да, увидеть такое. Лошадь была без головы. Дурацкая шутка. Возможно, это не шутка. А? Лучше, пожалуй, тебе вернуться в Токио. Ну уж нет. Я ничего не боюсь. И потом мне надо завтра праздник дракона снять. А ты не бросишь искать это каменное яйцо?
спокойно, ничего не случилось. Вы что, перепугали ее? Мы только что оттуда. Нет там никакой дохлой лошади. Все обыскали, ничего там нет. Не может быть. В луже крови, туловище лошади. Видели мы кровяные пятна, но это, наверное, грузовик задавил собаку или еще кого-нибудь. Да, слушай, завтра праздник дракона. У нас еще дел до черта, ты даже не представляешь. Ну ладно, идем. Ты поосторожней. Ну-ну-ну. Это удивительно. Вы же оба ее видели. Ложись, девочка, ложись. Думаешь, ее кто-нибудь убрал? След шины? Не похоже. Историю горы Фудзи. Итак, если мы перенесемся на 30 миллионов лет назад, мы увидим, что эта местность вся покрыта водой. Можете себе это представить? Постепенно, сначала здесь, потом там, из воды начала подниматься суша. Вот так Фудзияма и стала горой-небоскребом. Со времени своего образования она всегда была чудом природы, и к тому же любоваться ею можно бесплатно. Ее высота 3776 метров над уровнем моря делает ее самой высокой вершиной в Японии. Ее чудесные очертания хорошо известны всему миру. Вокруг нее расположены 5 озер – Яманака, Кавачучи, Саи, Шоджин и Мадосу. Среди этих прекрасных озер орелом таинственности окружено именно озеро Саи. Веками люди называли это озеро домом дракона с красными глазами. Итак, озеро Саи. А меня зовут Марагучи Акира. Подарок, который мы вам привезли сегодня, необычен. Необычен настолько, что вы в него не поверите, пока не услышите своими ушами ребят из нашего ансамбля. Начинаем! Извините, девушка, а в этом озере действительно живет чудовище? Я не знаю. Да, дракон с красными глазами. Не видели его? Вы увидите его, он скоро вылезет. Те так и пропали. Двое на велосипеде и лошадь без головы. Что же, по-моему, теперь тоже все предельно ясно. Стой, опять ты о своих динозаврах? А мне больше нравится змея. Большая такая змея, пожирающая всех этих коров и лошадей.
Вот посмотри-ка. Именно здесь мы нашли ту лошадь. Видишь след? Похоже на гусеницу трактора. Ну, если бы это была змея, след бы шел зигзагом. А вот хвост плезиозавра оставил бы точно такой след. Только если бы он еще жил. А мой отец говорил много лет назад, человек – животное, но об этом человек никогда не вспоминает. Люди ведь в сущности очень мало знают о животных, и это правда. Тренируй свою наблюдательность, развивай свои ощущения. У природы, загадок не счесть. Ты слышишь? Что там? Говорят, что когда дует северный ветер, некоторые с ума сходят. Продолжаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
что-нибудь? Держи. О, спасибо. О, Такаши, ты давно здесь? Панику эту видел? А что там произошло с эстрадой? Ну, не знаю. А ты не видела? А действительно странно. Вот и все. Кончилось. Я здорово устал. Я тоже. Все-таки тяжелая эта штука. Да. А все-таки, как мы задумали, у нас не получилось. Эй! Джиро! Ну как? Поплыли, поплыли. Эй, скорее давайте, долго вас ждать. Сейчас. Сейчас будет ругать, черт возьми. Озеро Саи. А, там чудовище, чудовище! Мама, ко мне, скорее, ко мне, там чудовище! С ума сошел, людей подавишь! Там! Там чудовище! Убирайся, твои глупые шутки нам уже надоели. Это не шутка уже теперь! Я сам его видел! А Сусуми и Хироси, они! Он просто ненормальный. Для того, чтобы устраивать такие розыгрыши, нужно самому верить в это. Плохой ты актер. Скоро это кончится. Да не вру я, не вру я, не вру! Чудовище, оно в озере! Я видел его, видел! Все, хватит. Представление окончено. У него такая длинная, очень длинная шея и огромный хвост. Он скользкий, мокрый, 20 метров в длину. Вот такой. Вы про чудовище? Да, он говорит, что видел его. Да, да, я его видел. Где староста? Позовите старосту. Скорее зовите. Скорее, зовите скорее. Что там еще? Сенсация! Вы слышали про озеро Лох-Несс и про его чудовище? Такое же и у вас есть в вашем озере. А? Неужели вы не понимаете, что это вам сулит?
Я помню, когда была молодая, случалось иногда, что дети, игравшие на берегу, вдруг исчезали. Люди говорили, что их забирает дракон, который живет в озере. Джунка! Неужели дракон существовал на самом деле? Много тысяч лет назад, когда Фудзи еще была вулканом, и началось извержение. Джунко! Джунко! Ну зачем ты меня пугаешь? Влезай в лодку. Ну же! Как это произошло? Где это было? Отойдите, вы нам мешаете. Не надо кричать, я вас прекрасно слышу. В пещере ничего нет. Я нашел только кучу окаменевших костей. Динозавр живет в озере. Знаю, что у вас там происходит. Я прочел в газете. Возвращайся немедленно. Немедленно. В Мексике произошло землетрясение. Вы что, меня не поняли? Помните, как Снесси. Пусть ваша компания назначит приз тому, кто найдет чудовище. Еще что. На это ты можешь не рассчитывать. Копай себе могилу у озера Сай. Послушайте. Уверяю вас, что это не выдумка. Это живой плезиозавр. Возможно, плезиозавр... Внимание! Вход в зону запрещен! Не заходите за канаты! Проходите, проходите. Эй, на лодке! Немедленно вернитесь обратно! Сейчас же вернитесь, слышите? Вы не имеете права так действовать. С какой стати вы лишаете меня этой прогулки? Я заплатил деньги, болваны придумывают. Я из Киото сюда ехал. Наверх. Пожалуйста, извините. Все, закрыто. Я веду свой репортаж с берега озера Сай. Озеро окружено 12 горами, поросшими кленовыми лесами. Тихое озеро Сай. Сегодня его берега неузнаваемы. Самая современная техника установлена здесь. Ведущие ученые страны собрались, чтобы разгадать древнюю загадку озера. J-75025. Я Фокстрот 1. Сообщите, где вы находитесь. Прием. Знает, чего можно ожидать. Каждый задает один вопрос. Неужели там в глубине живет это существо? Нельзя, нельзя! Уходите отсюда! Поднимайтесь наверх! Очень поднимайтесь! Прошу всех вас не подходить к воде! Внимание! Запрещено подходить к озеру! И кроме того, мы установили здесь широкодиапазонный локатор самой последней модели. Очень высокой чувствительности. Раньше направление поиска было только одно. А вот эта последняя модель практически охватывает 360 градусов. И можете увидеть даже маленькую рыбку. Да, вот, смотрите. О, это очень интересно. Теперь понятно. Большие предметы и маленькие, все отражается на экране. Есть что-нибудь? Нет, ничего нет. Или вы действительно верите, что в озере живой динозавр? Наивно, Шизава-сан. Когда я был у вас 2 недели назад, я еще сомневался. Но теперь в этом озере живой плезиозавр.
Вывод слишком поспешный и бездоказательный для ученого. Я уверен, что он существует. Уверен. Отец тоже был уверен, хоть я не видел его никогда. Отца не опровергли. Я должен увидеть этого плезиозавра своими глазами. А вы очень похожи на своего отца, Шизао-сан. Говорит GA-75025. Изменения в программе. Продолжаю полет. Камера 2. Снимайте вертолет, летящий над вами. Камера 1. У вас хорошо. Камера 3. Камера 3. Это профессор. Здравствуйте, Юаса-сан. Спасибо, что приехали. Пожалуйста, Сакаи-сан, проходите. Прошу вас сюда, Юаса-сан, прошу вас. Посмотрите, вот фотографии. Я не видел лохнесского чудовища, видел только слайды. Но мне кажется, они очень похожи. Очень возможно, что у вас в озере Саи живет плезиозавр. Плезиозавр? Вы хотите сказать динозавр? Плезиозавр – это одна из древних рептилий, живших в доисторические времена. Одна из наиболее известных. Эта рептилия проводила в воде большую часть своей жизни. Гигантский ящер, живший в мезозойскую эру. И вымерший 70 миллионов лет назад. Найдены его окаменелые кости. Окаменелые кости? Вы что, не верите этим фотографиям? Я корреспондент агентства ЮПИ, Гарольд Бекер. На этих фотографиях настоящий плезиозавр. Мистер Беккер, вы не волнуйтесь, пожалуйста. Прошу вас, сядьте. Мистер Беккер, я не хотел вас обидеть. Юаса-сан. У нас в Японии был один ученый. Он верил, что в одном из озер существует живой динозавр. Его сын Ашизава-сан здесь присутствует сегодня. А отец Ашизавы-сан, известный наш биолог, выдвинул гипотезу. Я знаком с этой гипотезой. Но вот доказательства. Да, я знаю. Много сомневающихся. Ашизава. Он говорил, что в озерах, в состоянии спячки, могут существовать динозавры до тех пор, пока естественные условия не станут для них более благоприятными. Тогда они оживут. Это его гипотеза. В той среде, в которой мы живем, некоторые организмы находятся миллионы лет в спячке. И что эти естественные условия? Сейчас благоприятствует. Что это значит? Извержение вулкана на Фудзияме. Что, извержение вулкана? Но ведь это значит, будет страшное землетрясение. А? И вы тоже так думаете? Нет. Может быть, мне сейчас заказать разговор с Токио? Али! Ба! Бегом, марш! Раз, два, раз, два, раз. Вот так. Ну, как вам нравится? Убрать это отсюда! Сейчас же! Я провожу вас к озеру, пожалуйста. И сегодня с раннего утра на озере Саи продолжаются поиски с использованием всей техники. Пока еще в глубинах озера ничего не обнаружено.
Если поиски не дадут результатов, то таинственное чудовище, возможно, так и будет спокойно спать в глубоком озере, и многовековая тайна останется неразгаданной. Они что, перестали его искать? Угу. И вы позволите этому чудовищу жить в озере? Все ведущие ученые страны были здесь. У них было лучшее оборудование. И они ничего не обнаружили. Разве это не разумно, что они прекратили поиски? М? А вы знаете, сколько человек погибло? Уже 6. То, чего не видишь, поймать невозможно. И денег у нас нет. Одни расходы на продовольствие разорят деревню. Староста, подождите! А вы подумали, что следующей жертвой может оказаться ваша дочь? Я вернусь скоро. Хорошо. Пойдемте, Йоаса-сан. Извините, можно вас на минуту? Взгляните, вам ничего подобного видеть не приходилось? Например, вот это. А что это такое? Летающий ящер. Какой еще ящер? Птеродактиль. Если есть динозавр, то нетрудно предположить, что есть и птеродактиль. Идем, идем. Специалист по подводной фотографии. Ты прекрасно ныряешь. Но теперь, после смерти Джунга, я знаю, что ты испытываешь. Я не пущу тебя в воду. Ну почему? Почему так, Аш? Только потому, что я женщина. Я догадываюсь. Ты хочешь быть единственным, кто его сфотографирует, и получить много денег. Дьявол! Акико, я должен увидеть его. Увидеть настоящего плезиозавра. Как одно животное видит другое. Я смогу тогда жить спокойно дальше, если не погибну. Ты должна сама это понять. Вот если я не вернусь, ты пойдешь. Mm-hmm.
Ну, профессор, долго нам еще идти? А можно здесь заблудиться? Знаете, я и сам иногда теряю ориентир. Что это? О, нашли все-таки одного. Столько людей приезжают сюда сводить счеты с жизнью и делают это уже давно. Внимание всех находящихся у озера. Прошу внимания. Предупреждаем. Через 20 минут в озеро будут сброшены глубинные бомбы. Не подходите к воде. Всем запрещается входить в воду. Повторяю. Через 20 минут в озеро будут сброшены глубинные бомбы. Не входите в воду. Катер-1, ответьте. Катер-1, слушает, прием. Готовьте снаряд-1. Вас понял. Катер-2, ответьте. Катер-2, слушает, прием. Сообщите готовность. Выхожу на позицию. Один сброс? Есть сброс! Говорит катер-2, вышел на позицию. Катер-2, сброс! Есть сброс! Катер-1, сброс! Еще сброс!
все сброшены. Произошло! Даже мартышки падают с деревьев. К следующему разу научусь летать. Тебе не кажется, что стало труднее идти? Нет, нет. Давай, давай. Где же это? А? А. Смотри, а? Все в порядке? Да? Стало. Почему? Что это? Будет землетрясение. Слышите? Что? Землетрясение? Я уверен. Бегите скорей. Придумайте на всех. Да, да. Скорее, скорее. Скорее. Торопитесь, торопитесь. Скорее. Смотрите. Это еще что? Черт возьми. Вы видите? Видите? Дай! Дайте да, посмотреть! Я репортер! Винтовку! Дайте винтовку! Thank you.
Акико! Иди сюда! Давай руку. Вышли все-таки. Акико, идем. Уже поздно. Плезиозавр. Я не ошибся. Я вижу его. Вижу.
Thank you.
Америка! Акико! Я на Шизимагаре.